Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь. Сегодня у нас роллинг. Роллинг у нас серьезнейший, короче, 33 тысячи самоцветов, ну, как бы все там еще на складе, самоцветы, все как вы любите, короче, все будет хорошо, нахожусь на аккаунте Лосось, но перед этим всем, короче, перед тем, как мы посмотрим, что там вообще происходит, иногда мне помогают выкладывать видео, не знаю, могу я говорить, кто вообще помогает мне иногда, когда я не могу, потому надо сделать, короче, заставку, вот покорчить рожи, вот это вот все, да, чтобы вот вы, ты там-то зашел, короче, такой, о, на ютубчик зашел, о, князь рожу скорчил, надо тыркнуть на видосик, и лайк ему поставить, и подписаться, потому, давайте, самое, ну, тупое лицо делаем, и вот мы типа ролим, да. Подожди. Подожди, ну надо, чтобы типа герои падали. Подожди. Сейчас, ну герои уже падайте. Ну, просто под мою рожу вообще не хочет падать. Ну вот, Кензи упала. Окей. Все, теперь поздравляю вас. Вы можете взять медаль Купидона на полке. Вы выдержали этот трэш. Теперь возвращаемся в какое-то более-менее адекватное русло. Игрок находится в гильдии под названием Union of Mercy. Union of Mercy. Ёлки-палки. На прием от 450 тысяч сил и писать телеграмму. В телеграм. Телеграмму в телеграм пишите. Пишите, короче, латом, и все у вас будет хорошо. Еще два места свободных, первые места. Ой! На битве гильдии. Ладно. Что у нас по аккаунтику? Что у нас там? Ваши подарки. Ой, тут какие-то подарки есть, слушай. Не знаю. Ну вот, как-то что-то у меня есть такое ощущение, что когда ты открываешь до роллинга подарки, то потом ничего не выпадет. Хотя, опять же, ребятушки. Вот, ребятушки, мы-то уже начали с вами ролить, потому мы берем вот так вот открываем, да, потом вот так вот открываем, па-пара-па-пап, так, вот так вот открываем, воу, а, ну все, а это, наверное, все оставляем, потому что, ну, типа, я не знаю, это, наверное, как человек копит, так, самоцветы, опа, 37 тысяч сразу. Оп, 60 тысяч у нас, да? При том, что мы уже часть потратили. Так, что у нас по самому аккаунту? Что, чего не хватает для полного счастья? Что вроде бы не хватает. Так, давай сразу не будем на этих донатных смотреть, недонатных. Вот, типа, тот донатный, недонатный. Так, Розалинда был донатный. Окей, Фобоса надо выбить раз. Трифит, королева ОС, 3. Свален 4. Хладный призрак 5. Странно, что его не забрал. Вроде аккаунт хороший. Скиталец 6. Ну, слушай, из, ну, вроде как бы... Ну, таких супер... Ну, самого главного, это, конечно, Фобоса хотелось бы. Но тут, по сути, роллинг такой, знаешь, чтобы там в коллекцию всех набрать. Слушай, ну, давай попробуем. Вот, я, правда, уже забыл, кого не хватает, но давай попробуем. Вы там мне в комментариях, если что, напишите. Королева Гарпии. А я, когда прочитаю ваш комментарий, лайк поставлю. Вот, королевский, княжеский, сумасшедший, умопомрачительный, офигительный лайк. Фрэнки, пока что как-то так вот. Выбиваем героев в коллекцию и, конечно же, Фобос. Фобос наше все. Вот, должны выбить Фобоса. Так, давай. Слушай, это что? Это у нас бездонатный аккаунт, да? Я как правильно понимаю? Ну да, по сути, 60 тысяч самов задонено. По сути, это бездонатный аккаунт. Вот он начнется без этого в комментариях. А, там, знаешь, эти сопли, слюни во все стороны. 60 тысяч самоцветов задоначено. Как ты можешь этот аккаунт называть бездонатным? Ку-ку-ку-ку. Ой, подожди, не туда. А, так. Давай, кристаллический наемный убийца. Тут еще, походу, не все места в алтаре открыты. Ну что ты, ну давай уже, а, студенец ты, где ты, как ты, зачем, почему, алло, рандом, ж походу зря ништяки открыли, прям, прям,
Прям жесть какая-то, одержимый выпал. Столько самов, 20 тысяч самов потратили, одержимый выпал и суккуб. Вот это поворот. Рыцарь тьмы, серьезно. Да что, слушай, ну хотя, знаешь, там с самого начала роллинг такой. Сколько раз мы били по 450, ничего не падало. Ледяной Феникс, это достойно уважения. Но, к сожалению, ну точнее, к счастью, на аккаунте Ледяной Феникс есть. И как бы вроде герой крутой, вроде надо радоваться, то, что мы его выбили. Но по факту, как бы он же недостающий. Ну, он не недостающий, бульдозер. Фея, Леди Лео, о, по 150, Махатма, по 150 падает сегодня. Давай по 150 ролить. Седна. Ну что-то падает, но как бы все не то. А где недостающие герои? Где они? Где они? Ну. Медуза, ты серьезно? Рандом, айджи, ну ты че? Ну ты че? Ну по-братски же, нормально же. Ну как бы общались же, елки-палки. Ну ты шо? Ну что такое, а? Ну ты че? Ну давай там недостающих героев. Фобоса там, а? Больше ничего не надо. Седна уже второй раз падает. Седна уже падала. Что ты мне еще Феникса дай, что ли? Чтобы, типа, закрепить успех. Точнее, провал. Что, мне снова будет стыдно сегодня отдавать аккаунт подписчику? Не, ну вы, по крайней мере, знаете, что я... У меня не было ни разу ситуации. Вот за всю историю. Сколько я там, не знаю, сотен, тысяч роллингов отснял. Ни разу не было такого, чтобы я не опубликовал роллинг. Ни разу. Даже если он супер неудачный, я все равно его публиковал. Вот, по той причине, что как бы... Опа, Трифит, а это вот недостающий уже герой, да? Ну, в коллекцию, окей. Космос, слушай, ну как круто, а? Не, бывали моменты, когда не публиковал роллинги. Может быть, за всю историю канала пару раз таких моментов наберется. И то только по той причине, что там, ну, как-то запись заглючила, и невозможно было восстановить видео. И то я даже помню, один раз я записывал видос, рассказывал об этом и даже как-то донил подписчику, что ли. Я не помню, короче. Но была вот такая ситуация. А так, как бы, ну, если публиковать только роллинги, которые супер удачные, да, или удачные, как бы Миша выпал, то окей, и что, и ребята будут все думать, что, во-первых, у меня всегда все падает, капитан Дрейк, да. А во-вторых, буду думать, о, надо пойти задонить, мне обязательно все упадет. Нет, вы должны видеть как бы реальную картину, как это происходит. И нам, к сожалению, выпал только один Трифит. Не, Космо, Ледяной Феникс, это, конечно же, круто. Но это, эти герои уже есть на аккаунте, понимаете? Эти герои-то уже есть на аккаунте. Так. Давай. Ведьма. Ну, блин, ниндзя. Бульдозер, суккуб, ну камон, 2020 год во дворе, на дворе, за окном, там, где-то на улице, 2020 год. О, дочка пришла. Лина, иди сюда, может быть, удача будет на нашей стороне, может быть, ты поможешь, вон, осталось 7 тысяч. А где ты уже за... Где, в чем ты это, кефиром ты моську так запачкала? Ава! Давай, повыбиваем с тобой героев, скажи всем привет. Ну ты скажи всем привет. 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 Вот. Что ты, человек-стесняшка? Так. Так, 7000. Ну, блин, почему нам не падают герои нужные? Не знаешь? Вот и я не знаю. Они должны падать. Ну-ну-ну, скажи. Ну-ну-ну. Вот так вот, да. У нас остается 5000 самоцветов. Как бы надежд все меньше. Так, Дракос. Ну реально, вот просто что, Трифида? А, мы еще места на складе увеличиваем. Ну ладно уже. Раз пошли по такому пути. Сердцеедка, ну давай, рандом. Ну еще, ну Фобос, ну кого-то. Как мне это публиковать? И как мне хозяину аккаунт обратно отдавать? Ты что, мой там ноготь хочешь отковырять от пальца? Мне будет очень больно. Не издевайся над папой. Так, последняя 1200 самоцветов, друзья, давай. Оп, инженер, Махат. Ну это издевательство, IGG, ну это издевательство. Реально, человек копил...
60 тысяч самоцветов накопил, по сути, бездонатный аккаунт. Происходит такая вот нехорошо. Правда, Элина? Да. Вот. Всем пожелаю огромнейшей удачи. Всем это, скажи, ставьте лайки. Быстро. Быстро. Что-то ты как ко мне садишься, у тебя сразу с разговором какие-то проблемы, с выговариванием получается. Вот, в микрофон скажи, чтобы тебе было слышно. Ставьте лайки, быстро. Ставьте лайки, быстро. Так, Элина, еще раз. Тебя не понимают люди. Еще раз, ставьте лайки, быстро. Ставьте лайки, быстро. Ты там конфету жуешь или что? Почему у тебя не получается нормально разговаривать? Я не ем. Что? Я не ем. Не ешь? Точно? Скажут вон, у князя дочка не разговаривает. Ладно. Всем, ребятушки, удачки и пока. Пока.